находитесь на канале «Коробка красок». Ну что ж, друзья, мы начинаем готовиться к 8 марта. И я хочу выпустить целых 4 видео с открытками к этому празднику. Сегодня порисуем вот такую открытку с моим любимым парфюмом и цветами-пионами. Вы же можете рисовать тот парфюм и цветы, которые нужны вам, которые предпочитаете вы или получатель открытки. Я же показываю просто идею. Кстати, вы можете приобрести эту открытку. Все подробности в моем инстаграм. И также в моем инстаграм всегда быстрее всего выходит пост о предстоящем видео. Так что если вы хотите быть в курсе всего одним из первых, то заходите ко мне на страничку и подписывайтесь. Ну что ж, а я приступаю. Карандашный набросок я сделала за кадром. Сразу приступаю к заполнению цветом. Ну, если кому нужен карандашный набросок наглядно для срисовки, то просто поставьте на паузу. И первым делом прорисовываю флакончик парфюма. Так как это стекло, постараюсь сделать его более прозрачным. Цвет наношу по краям с разной интенсивностью передачи. Для цвета смешиваю коричневую, охристую и черную акварель. Далее рядом изображу колпачок от флакона. Сразу оставляю незакрашенные участки там, где у нас блики. Приступаю к прорисовке пионов. Здесь все просто. Идем от светлого к темному, оставляя блики и освещенные участки. Я хочу, чтобы иллюстрация получилась легкой и воздушной, поэтому здесь не будет линера и сильной прорисовки каждого лепесточка. Лепестки я рисую схематично от светлой середины к темному краю. Ведь пионы, если разглядеть их внимательнее, такие и есть. Для цвета пионов я беру чистый темно-розовый цвет, для светлых лепестков добавляю больше воды, а для темных меньше. В конце немного обозначу тень под лепестками, для этого смешаю лиловый, синий и розовый. Для большей пышности букета добавлю зеленых листиков. Прежде чем их рисовать, смачиваю каждый листочек водой. Так краска красиво ложится и смешивается между собой. Для освещенных частей листиков я беру зеленый, смешанный с желтым, а для теневой части беру чистый темно-зеленый цвет. Также хочу немножко разбавить эту зелень и добавлю голубых веточек с листочками. Для этого беру голубой и изумрудный цвета. С помощью линера пишу надпись 8 марта в стиле леттеринг. И открытка готова. Ну что ж, друзья, вот такое видео у меня получилось. Остальные части выйдут в скором времени. И поэтому, если вы не хотите их пропустить, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ну и конечно же, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. А я еще раз хочу напомнить, что эту открытку вы можете приобрести.
Все подробности вы узнаете в моем инстаграм. Также вы можете делиться своими работами в группах «Коробка красок» в соцсетях и в инстаграм под хэштегом, указанным в описании под видео. Ну а на этом у меня все. Всем пока и до новых встреч!